Итоги прошедшего отопительного сезона в Твери подвел заместитель председателя Тверской городской думы Алексей Арсеньев. Завершившийся отопительный период не доставил серьезных проблем ни энергетикам, ни сотрудникам коммунальных служб. Все прошло в штатном режиме. Тему продолжит наш корреспондент Наталья Чекет. Нынешний отопительный сезон в Твери прошел без серьезных аварий на тепловых сетях. Этому благоприятствовала погода минувшей зимой, что позволило эксплуатировать теплоцентрали в режиме пониженных нагрузок. Впрочем, небольшие аварийные ситуации все же происходили. И что касается мест возникновения повреждений, то здесь наметилась четкая тенденция к снижению аварийности на магистральных сетях и вместе с тем рост аварийности на распределительных трубопроводах. Основная причина – их существенный износ. Несмотря на то, что общее количество повреждений увеличилось, к сожалению, все-таки на 39 единиц за этот период, количество повреждений на магистральных сетях снизилось на 22, и это говорит о том, что меньшее количество наших потребителей было отключено в этом периоде. Одним из важных достижений завершившегося отопительного сезона стала оперативность при устранении возникающих на сетях повреждений. С начала осенне-зимнего периода не было зарегистрировано ни одной аварии на сетях и теплогенерирующих объектах города, сроки устранения которой превышали бы допустимые. Отрадно то, что Тверская генерация в своей работе сейчас использует достаточно много аварийно-ремонтных бригад, которые оперативно в течение установленного законодательством и правительственными документами срока устраняют все повреждения. Никаких превышений сроков отключений не происходит. В настоящее время уже началась подготовка к следующему отопительному сезону. Тверская генерация начала гидравлические испытания сетей. В этом году планируется капитально отремонтировать 7 участков наиболее изношенных трубопроводов.